Но в Тюмени задержали мужчину, обстрелявшего из пневматического пистолета маршрутное такси. Это произошло в субботу вечером. Раскрыть злодеяние помогли записи с камер видеонаблюдения. Нарушителем оказался 32-летний житель областной столицы. Он пояснил, что в состоянии опьянения решил проверить мощность пистолета и выстрелил в стекла маршрутного такси. К счастью, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Санкция предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы до 5 лет.